Всем привет! В этом видео я хочу показать, как я соединяю петли при круговом вязании так, чтобы не было вот этой ступеньки между началом и концом ряда. То есть, чтобы было незаметно. Это особенно актуально тогда, когда вы вяжете снуд, либо тогда, когда вы вяжете шапочку. Мне кажется, любой вязальщице хочется сделать свое изделие наиболее идеальным. И как раз вот этот приемчик поможет избежать вот этой ступеньки. И ваши изделия будут смотреться гораздо лучше. Для того, чтобы таким образом соединить рядки, нам надо набрать на одну петлю больше, чем требуется. Именно эта петля и будет участвовать в соединении. Для этого мы переносим последнюю петельку с левой спицы на правую. И теперь нам надо продеть вот эту вот левую петельку через правую. Вот таким вот образом мы ее продеваем. Теперь эту правую петельку мы как бы затягиваем. Ее у нас не видно. Сразу же кончик вязания мы перекидываем на изнанку, чтобы его было не так видно. И продолжаем вязать. Я вяжу изделие, которое начинается с резинки. Я буду вязать резинку один на один. Сейчас провяжу пару рядков и покажу, как это выглядит. Итак, я провязала несколько рядов, а точнее уже 10, для того, чтобы хорошо было видно, показать вам, что ступенечки у нас этой пресловутой нет. Сейчас еще уберу ниточку, спрячу, покажу вам, как прячу. И у нас последние намеки на ступенечку исчезнут. Для сравнения, вот, ну вот, покажу поближе. Как бы нету. Для сравнения покажу вам носок, который вязан по другому способу. И тут прям видно конкретная такая ступенька, видите? Вот она. Вот мы избежали вот этой ступеньки, набрав таким образом петельки. Давайте прятать хвостик. Так, вот она моя ниточка. Прятать будем следующим образом. Продеваем сначала иголочку вот сюда. И вот так вот убираем. Вот у нас резиночка совсем-совсем сравнялась, вообще ничего не видно. И вот так вот убираем нашу ниточку. Продела немножко не туда. Я обычно стараюсь убрать повыше, чтобы при стирке, при случайном растяжении вот этого места, особенно в шапках, потому что резинка подвергается наибольшему растяжению, наша ниточка не выскочила. Да и чтобы было не видно этого узелочка. Так, а здесь мы делаем петельку. Ну и в эту петельку вот так вот закрываем, хорошенечко затягиваем и обрезаем ниточку. Обрежу ее позже, просто покажу вот сейчас. Вот видите, полотно у нас однородное, ступеньки нету. Если не приглядываться и не знать, где было начало, то в принципе и не найдешь. Если это видео оказалось полезным, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. До новых встреч!